Всем привет! И сегодня я расскажу, как получить достижение I Call Tell You Stories, FR Green Country и Lupine Legend. Эти достижения не находятся в разделе мультиплеер. Они последние из этого раздела, который я рассматриваю. Вы сможете получить их только в одиночном режиме игры. Тянуть не буду, давайте приступим к выполнению достижений. Первым будет I Call Tell You Stories. Здесь вообще все легко, просто доживите до 8 лет и... А я рассказывал вам, как мы с Китом делали фейерверки. Ну, я-то в химии вообще не рублю, а Кита говорит, бензин же горит, так? Ну и получил по всему телу ожоги третьей степени. В полицию потом звонили со всей округи, спрашивали, кого сожгли, что паленым мясом воняет. Кстати, еще есть некоторые особенности быть стариком. У вас отнимется по одному поинту от каждой статы, а в мультиплеере вы не сможете играть за этого волка. К тому же, к этому возрасту у вас родится меньше щенков, а если вы выживете этот год и перейдете на 9-й, то новых перков не будет, и старые вы не измените. Да, и теперь в рандомный момент вашего сна вам может прилететь повестка о вашей кончине. Интересный факт. Это достижение вы можете совместить со следующим. FR Green Country. Но данное достижение можно получить, если во время последнего дня жизни вашего волка... К слову, перед этим днем вам приснится необычный сон только с одной картинкой и особой музыкой. Нажать не Z, то есть сон, а зажать кнопку R. Тогда ваш волк мирно погибнет от старости во сне, а вам засчитают достижение. Если нажать Z, то есть выбрать сон, то никакого достижения вы не получите. А после затемнения экрана на табличке со смертью вашего волка будет написана его конкретная смерть. Это может быть смерть от сильного удара копытом от вопити, падение со скалы, пока ваш волк охотился за копытным, или даже смерть от охотника, потому что ваш волк ушел далеко от центра парка. Если вы были с мейтом и он жив, то ваш мейт продолжит выращивание щенков, а в семейном древе вы сможете увидеть, кто из них выжил. Если же вы были без мейта, то осиротевшие щеночки 100% погибнут. Lupine Legend. Здесь вам снова придется пройти игру 6 раз, дожив до 8 лет. Но в режиме Iron Wolf. А теперь подробнее об этом режиме. Здесь у вас есть всего одно сохранение и одна жизнь. Если вы умрете, то все, за этого волка уже не сыграете, а прогресс будет потерян. А теперь кусочек информации из Википедии WolfQuest. Автосохранения делаются каждые 2 минуты и будут автоматически удалены немедленно, если Железный Волк умрет, в тот же момент, когда его здоровье достигнет нуля. В дополнение к автоматическому сохранению игры каждые 2 минуты, игра с режимом Iron Wolf также будет немедленно сохранена, если щенок или партнер умрут. А еще с этим режимом вам доступны только две сложности, это Challenge и Accurate. Да и во время игры вы не смените сложность. Также хочу отметить одну деталь. Когда вы прошли первый год, то в меню вам предложат удалить сохранение уже пройденной игры. Пугаться не нужно, я думаю, вы понимаете, для чего это нужно. Ведь сохранение на Iron Wolf должно быть одно. В общем, достигайте 8 лет на Iron Wolf, и вам дадут достижение. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр и удачи в выполнении достижений.